Рябины в памяти героях. В микрорайоне крутые ключи высаживают молодые саженцы. 35 деревьев украсили бульвар имени Героя России Алихана Калиматова. Рябина выбрана не случайно. Помимо привлекательного внешнего вида, дерево морозостойкое, неприхотливое. Будет прекрасным украшением бульвара, уверены участники акции. Она открывает подготовку микрорайона к празднованию Дня Победы. Несмотря на карантинные мероприятия, в микрорайоне полным ходом идет подготовка к празднованию этого замечательного праздника. Микрорайон украшен 8 большими баннерами, посвященными 75-летию Победы. Также планируется в рамках подготовки к празднованию 9 мая и озеленение, выставка цветов. Я уверен, что эта традиция, она с годами никуда не денется, потому что память о Великой Победе — это, ну, наверное, одно из самых главных, что мы должны чтить и сохранять на протяжении всего времени. Рябиновая аллея Победы находится между школой и детским садом и будет напоминать подрастающему поколению о подвиге предков. Даже сейчас, когда дети находятся на дистанционном обучении, патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Но мы продолжаем работать с воспитанниками даже удаленно по тематике 75 лет Победы. Это беседы, это виртуальные занятия, это различные конкурсы. Правда, они сейчас проходят онлайн. И это конкурс и рисунков, это конкурс и военной техники, это конкурс песен, мы продолжаем конкурс стихов. Сотрудники и воспитанники двух образовательных учреждений будут ухаживать за деревьями общими усилиями. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, «События».